идем кушать что? Что-нибудь такое, чего нет у нас там. О! Микадо суши. Пойдем, свежак. Открывай. Открывай. Эй! Чуть-чуть, ребята. Трогай, ну. Где анжа? 그냥 여기 앉을까? 저 앉아. 들어 없는데. 아, 앉아. 예. 예. 너 이거부터 먹으면 어떡해? 이거 뭐야? 연어초밥. 아? 방금 먹은 건 이거 계란초밥 아니야? 얘는 계란초밥이잖아. 방금 먹은 건 연어초밥. 뜨거워 앉아서 먹어. 왜 써서 먹어? 계란초밥 끓였다. 아이 지금 말고 지금 맛있지 않나? 아빠 친구 왜 리본이지? 먹어 연어. 연어 한 개만 먹고 나머지 계란이네. 근데 내가 먹어. 진짜 это я могу дома сделать. Лучше рыбу есть. А яйца дома есть, да? Рыба вкуснее. С чем? С этим. Вот здесь, на этом листе, нет, я вам хочу что-то показать. Смотрите. А там котлетка еще на сыре, да? Попробуй вот это. Вот это я могу вам сама купить. Зачем? Здесь? Да? Здесь выгоднее получается, что? Другие... Брали макаруни. Это рыба макаруни, да? Да, Нико. Мне нравится белая рыба тоже. Пудинг? Вы дидёту нам много. Тогда одну макарону надо, зачем столько сладости? Мы что, сладости пришли кушать? Дети пришли сладости жрать, да? Тебе что, тоже понравилось? Ананас? Вот дети, блин. Фрукты, сладости. Надо тебе ананас купить, да? Ананас, что еще нам папа сказал это взять? Мандарины. Кюльсауре. Так, это у нас. Морепродукт какой-то, моллюск или что? Точно не знаю. Рыника, Татьяна, это у нас тюна. Чамчин, да? Дарина, чамчин, много было? Видите, как дети кушают? Взяли все уже. Разлили. Смотрите, как мы быстро все делаем. Сейчас дети будут десерт лопать. Нет. Мусун Маша? Манго. Манго? Неужели пудинг это так вкусно? Дона? Это башня из тарелок называется. Было бы молоко, да? Да. С водой лучше запивать? Нет, я хотела молоко. Я бы тоже.
А что ты маску одеваешь? Мы уже без маски ходим. Ты все, натанцевалась? Я слишком счастлива без маски для этого танца. Танцует и танцует бесконечно. Смотри, ты сзади на мальчика похожа. Да.
Кстати, вызвались сами покрасить комод. Да, детки? Ну что, процесс нравится? Как интересно. Этот комод я уже давно намеревалась покрасить, но все, руки не доходили. Видать, надо было, чтобы дети сами его покрасили. Ну и в конце концов мы получили вот такую комнату. Так, боковая стенка шкафа беленькая. Просто здесь свет не так правильно падает, поэтому она кажется серой. Здесь комод, где тоже вещи, одежда и летняя, и зимняя, когда какую храним. Вот, переставила вот эту перегородку, чтобы разделить зоны. Здесь, значит, тоже комод для вещей. И я не стала отдирать вот эти все хорошо закрепленные пленки. Это вот здесь только то, что вот начинало отходить, оно и пошло, поехало по всем вот этим выдвижкам, потому что зацеплялись вот так вот эти края, и оно само по себе сдиралось. Поэтому сюда никакой пленки я не стала клеить. Затем вот этот барный столик теперь будет стоять здесь. Просто регулируется. Мы его просто повернули. Кровать поставила в этот раз так. Торшер для ночного освещения, чтобы не споткнуться, не упасть, чтобы видеть все, что ей понадобится. Здесь у меня просто так искусственные цветы. Это детские домики, их нужно будет передарить кому-то. Это все искусственные цветы, чтобы было, ну, как-то более или менее, что ли, не пусто там. Ну и заставлять я не стала. А так как там стоит комод и ничего не видно, здесь уже бабкина все, что ей нужно, лекарства, там печеньки всякие, не знаю, ножницы, иголки, вилки, витамины, вот такие какие-то конфетки или витаминки, очень полезные какие-то конфетки. Ее страшное зеркало, его нужно почистить. Это ее косметика после душа, которая пользуется. Здесь тоже лекарства, зубы вот в этой штучке ее. Также здесь у нее хранятся лекарства на утро и вечерние. Также она периодически рассматривает альбомы, чтобы память, мозги как-то шевелились, работали, ведь ей уже за 90. Ну и здесь ее всякий бардак. В общем, эти три полки полностью ее, все, что ей принадлежит, уже находится здесь.
У нее раньше было очень много барахла ненужного, от которого я избавлялась в течение, не знаю, лет 5, наверное, я избавлялась еще и от ее гардероба. Это было что-то. И я от ее вещей избавлялась. И еще у нее осталось до хренища. Главное, что стены исправлены. Теперь они все выдержаны в одном цвете. Потолок у нас протекал. Весной я буду обновлять все потолки. Здесь, кто помнит, у меня были оранжевые стены. Вот, видите, на память осталось. Вот эту пылюгу тоже нужно вытереть. Почистить все. Не протирала еще здесь. Все намного лучше, чем было. Поэтому я довольна результатом. Комната зонированная. Просто когда уже человеку много лет, он становится менее подвижным, мало сил, поэтому чем ближе будут ее вещи под рукой, тем легче ей будет. Она, потому что много чего не помнит, много чего забывает. Поэтому все, что ей нужно, ее лекарства, ее витаминки, вода, стакан, ножницы, ногтестрижки, все должно быть в легкой доступности и очень близко от нее. Потому что она не любит ходить. А в последнее время она даже кушает здесь, на кровати или здесь.